Свою работу сегодня продолжает выставка СМИ в Беларуси. Заключительный день 23-го медиафорума организаторы посвятили детям. Маленьких посетителей ждет выступление отряда юных инспекторов, музыкальные номера, творческие перформансы и викторины. У стенда факультета журналистики БГУ состоится презентация специальности, а также будет работать школа абитуриента. Преподаватели вуза и студенты ответят на все вопросы будущих журналистов. Здесь же разместится и фотовыставка «Уникальная Беларусь». А для юных корреспондентов детской газеты «Зорька» агентство теленовостей подготовило мастер-класс по созданию телерепортажей. Яркая программа ожидает гостей у стенда «Белтелерадиокомпании». Здесь состоится выступление эстрадных коллективов, розыгрыши, промо-призов, чтение произведений Богдановича, Колоса, Купалы и других поэтов.